Что он сделает? У меня игра зависла. Что это было? Салют, с вами Клакс, а это игра Варнет Лайф. Сегодня мы будем продвигать наш бизнес, а вам приятного просмотра. Ох, любимый офис, ненавистный наш город, ужасный такой. Все вон черные мальчики ходят куда-то в школу. Дом не дают нам продать, купить точнее. Что у нас вообще есть? У нас есть компьютер, который вообще стоит миллиарды долларов. И 463 тысячи рублей. Что я сейчас сказал вообще? У нас с вами два компьютера уже готово, смотрю уже. Люди к нам приходят, это же офигенно. Здесь недостаточно только кресла. А чем... О, пацан, привет! Охренеть, его даже не видел, пацан! Во что играем? В дельфина. Не, ну это ненормальный пацан. Короче, нахрен нам это надо вот сюда вот... А куда это все? В смысле, о чем я мусор накладывают? Я взять могу, брать не могу. Это что за симулятор бомжа, не понял? Окей, там где-то постоит. А как, куда? Забери мальчик с собой. Прекрасный, прекрасный работающий монитор. То есть у нас теперь целый 4 компьютера, смотри, нормально работающий. Вот это вот нам нафиг опять-таки не надо. Вот сюда будем складывать все идеально работающие люди. И я. Я ведь тоже работаю, вроде бы, не? Так, самое страшное, чтобы нам сегодня опять-таки призраки не орали, люди не взрывались, а вот он, чтобы не приставал к нам. Все нормально. Если вы не видели предыдущую серию, обязательно посмотрите, она очень интересная, так что в конце будет, а пока что смотрите эту. Вот, вот она, предыдущая женщина, по которой был ужастик предыдущий. Смотри, чтобы дети не пропускали школу. Это мои проблемы, женщина? Ау, ваши дети ночью в монстра превращаются? Да иди ты отсюда. Мужик, что у тебя есть? Смотри, я еще что-нибудь куплю. Что у вас есть такое? Ну, вообще, то нам нужно... С моими деньгами нам это не надо. Что еще есть? Вот это нам тоже не надо. И это нам тоже не надо. Пацан, ну что ты натворил? Как я, по-твоему, должен покупать? У меня ничего нету абсолютно. У меня денег мало, я бомж. Так как мы вообще не можем ничего купить, нам остается только выполнять некоторые задания. Так, 463. Все, теперь мы будем ждать, когда они насладятся своим вот... Что за безлицые люди вообще? Что с ними происходит, а? Пока они насладятся всем вот этим, вот когда он еще наиграется, дадут нам денежек, и мы посмотрим вообще, сколько нам дает каждый человечек вообще. Это я же не знаю. У меня тут компьютер вон там валяется. А, ой-ой-ой-ой-ой! Оказывается, она принимает, смотри, они на 3 минутки вон заказывают компьютеры. Мы должны это все принимать, то есть теперь, чтобы, ну, разрешать им играть, вот типа... Я разрешаю. Как здорово. Особенно какие привлекательные цены-то. Я вообще сейчас в шок упаду. Опа, смотри. Могу вот такого привлекательного работника позвать себе. Медленный за 100 тысяч. Ну, у меня как бы... Триндец, да, на самом деле. О, пацан зашел. Блин, быстрее. Куда он там зашел? Ты куда? Они в очередь-то. А ты что здесь делаешь? Девушка сказала, чтобы они в школу шли. В школу иди. Иди в школу! В школу иди! Иди! Нафиг! Свою! Школу! Женщина, вы чё попадаете мне под руку? Иди в школу, малявка! Смотри, оказывается, дети нам мешают существовать. То есть они приходят и начинают играть. А женщина нам сказала, смотри, чтобы они шли в школу. Вот я им дал немного такого леща, шапалах со скоростью света. И он сразу побежал делать уроки. Да, молодец, вот ты номер один, как сын. Что? Выкинь свой мусор здесь. А, там пацан просто сидит, смотрит этот, как там его, рекламу. Прикольно, что, иди лечись. Опа, плюс 70, 700, 70, да, 70. Вау, фига ты, да. Откуда у тебя такие деньги, пацан? Дай мне, пожалуйста. А, подожди, он и так мне их дал. А откуда у них, капец, у нас продвигается бизнесненок. А я бизнес... Да ё-моё. Я чувствую себя максимально унизительно, просто. Здесь все миллионы, просто все. О, ключик. Не хочу. Нет. Здесь все стоит миллионы. Я не могу ничто себе купить, абсолютно. О, мышка, могу. Не, подожди, этого мало. Стоямба! Там пацан! Куда он пошел? Там. Ах ты ж мелкая крыса! Кто это? Ты сделал? Вышли, не заплатили. Где мои деньги? Деньги мои где? Как? Ай, блин, опять интернет в ухо орёт. Он деньги не дал мне. В смысле, а как это так бывает? Алло. Не, он Алло. Эй, пацан. Ты перегрелся? Ой-ой-ой. Что? Потуши свечку на башке. Пацан, потуши свечку. Что ты смотришь?
где танцуют? Там Коко Кэт смотрит. Зачем? Я в шоке. Оба. Пошли. Ой, пошли денежки. Охренеть, смотри. Денежки-то пошли, миллион. Я стал богат. Вот это я зря зашел. Не-не-не-не-не. Смотри, вентилятор. Ну, наверное, нам надо сделать сейчас комфорт людям, которые у нас сидят. Давай закажем вентилятор. Самая тупая покупка в моей жизни. Ну, ладно, будет. Смотри, они кипят вообще, какие злые, ё-моё. А, ой. Не, вы все горите. Мне кажется, им срочно нужен фен. Где мой фен? Фен. Ой, спасибо. Ой, он уже. Я даже его не включил в розетку, он уже продолжает работать. Это же классно. Так, а куда его? Куда его ставить? Place, ни хрена не place. А, вот. Ой-ой-ой, смотри, по стенам. А куда именно его шандарахнуть-то? Ой, вы чем меня пугать? А куда его шандарахать? Не понимаю, вот сюда? Ну давай давай сюда поставим. Оба, смотри, пацан, тебе-то повезло. Иди ты нафиг, все было шикарно, все было отлично. Ой-ой-ой, денежки-то идут, денежки рекой идут уже, это класс. Денежки просто офиген. Я до сих пор не могу себе позволить вот такой вот компудактер. Смотри, я могу себе сейчас купить... я могу себе купить клавиатуру, пока что я закажу, чтобы собрать немножечко компудактер. Смотри, у меня уже есть вот такой вот компудактер, но нет стола, стол мы скоро закажем. Но у нас вот все. Мы, оказывается, никому не ездим, мы, оказывается, покупаем все. Пусть сидят на полу играют, ё-моё. И так достаточно. Ой, человечек. Ой, а чё вам жарко? Нормально все дует прям в лицо. Так, смотрим. 300. А вот сейчас не по. Ты чё, охреневший? Смотри! Охреняга! Иди отсюда! Да бей ее! Мужик, бей! Да, а как так? Как? В смысле? Шляпочник ты, Грибоедов. А что с ним делать? Он просто скоммунизил мои деньги и ушел? Он бесплатно наиграл. А как? А как его делать? У меня ничего нет абсолютно. Ни кулаков, ничего не защиты. Стулом в него швырять, я не понимаю. Клавиатурой по башке бить. Что делать ему? Я не понимаю. Хотите снова самую ненормальную покупку? Я только что купил цветок на ваших глазах. Да, я только что купил цветок. Пойду его забирать. О, денежки пришли. Я могу себе позволить цветок. Мужик, смотри, какой кактус. А, понюхай, смотри. Это же офигенно. Тебе вообще плевать, да, на то, что я купил кактус? Не, блин. Все люди должны радоваться. А ты не радуешься мне, что я купил кактус? Так, а ты что здесь? Давай это... Ой, аттракционы. Спасибо, что доставили. А куда его швырять? Подожди. Все на бошку поставить не могу. Не, ну идите нафиг с своими вот горениями в глазах. Допустим, сюда. Ну, типа, чтобы спотыкаться. Вот так вот упал и все, и ног сломал. Что это? Что? А, опять эта хренобора горящая. Нет, не ко мне. Я прав... Так, подожди, в шляпе, мужик, ты не будешь воровать, надеюсь? Это я его толкнул так? То есть, смотри, он идет и взрывается мне нахрен. Он может взорвать мне все, как привидеть. То есть, смотри, все абсолютно злые люди нападают именно на мой магазин. Вот что я понял. Я должен защищать свой магазин от таких вот тупых, ненормальных людей. Оба, прикинь, что. Мужик, что я себе могу позволить? 700 тысяч. Прикинь, что у меня есть, что я могу позволить? Ты серьезно? Я могу купить себе только контроллер. Мужик, какие у тебя ужасные стулья. У тебя ничего нет лучше, а? Вот вместо вот этой фигни какой-то непонятной. Почему я могу у тебя заказать только какую-то фигню ненормальную, а? Ты нормальный? Потихоньку темнеет, а это значит, что нам скоро будет триндец, потому что призраки и всякие горящие дети страшные будут бегать нас и пугать. Так, давайте, ладно, купим нашего медленного чинителя. Прикинь, а где он? Покажи. Стоп, он до сих пор? Пока барахлит. А где мой чинитель? Идиот, смотри, идиот. Привет, идиот. Ой, идиот, говорю. Быстрее, торопись. У меня интернет. Ой, денежки пришли. Ой, как здорово. Да все, не гори, пацан. Смотри, тут электрик идиот настоящий. Идиот. Ой, мужик, а давай ты уберешь свою... Что? Это нормально? Мужик, а что за семейные разборки? Папа,
папа бьет сына за то, что он играет в компьютерном клубе. Я в шоке. Что это такое здесь происходит? Здесь реально какие-то разборки есть. Это гениальная игра просто. Подожди, а деньги? Он мне деньги не заплатил, малявка малолетняя. Его папа увел. Так, мужик. Мужик, дорогой мальчик, идите, делай уроки. Вот я, интересно, могу ли я бить? Интересно, вот ты защищаешь его? Скажи. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Ненормально. Так, вы кто? Вы надеюсь, поиграть? Это тот мужик, который мне дал деньги в самом начале игры. Еще. У них раздвоение личности. Я хотел бы попытать удачу, но мне не хватает всего лишь 50 тысяч, чтобы что-нибудь выиграть. Я могу купить себе, получается, компьютер, но... Не, компьютер у меня стоит. У меня чего нет? У меня нет старого монитора, я куплю. Клавиатура есть. Стол. Идеально, смотри, идеально. Я, как всегда, нажимаю на Escape. Не-не-не. Все, смотри, прикондорило мне сюда все это. Чинила, ау, ты мне интернет не починил. Криворукий сантехник. Ой, кто он там? Без разницы, как там перфекционисты скажут. Вот так вот мы ставим, все прекрасно. Вот сюда, наверх. Вот. Не пугай меня. Клавитара, вот сюда вот давай. Оба. Где мой свистопердёлишный вот эта штука? Иди нафиг своими плохими отзывами. Не, ну трындец, давай типа доставка вот такая вот. Ты приходишь, тут такая мышка валяется, ее хрен еще увидишь так-то. Трындец, однако. Смотри, оно заработало. Я взял табуретку, поставил, оно робит нормально, все, и без каких-то претензий. Тут приходит, ой, как много-то, как же, как бизнес растет. И плевать, что они все горят. Какая-то стена, смотри, какие-то стены, а что это такое, я не знаю. Paint Store агент, сланец. Стоп, зачем? Зачем? Не, я понимаю, конечно, цвет, а за... Не, кондиционер. Нужен, срочно. Срочно нужен, но сначала мы закажем вот этот. Зачем? Я не знаю, просто пусть будет. Просто пусть будет, висит и радует глаз. А чё он такой маленький? Ау, я думал, там на полметра. Или даже больше... Не, она, кстати, и так полметра. А куда ее висеть? Вот сюда? Нет, сюда нельзя. Куда? Ну давай сюда тогда. Что она делает, я не понимаю. У нас есть деньги, давай попробуем. Вот, попытаем счастье. Попытаем наше счастье. Не, смотри. Тут было кресло. Давай сюда. Сюда. Я больше не хочу играть в такие игры. Прикинь, пацан, я просто только что проиграл 1,5 миллиона. Нет, тебе пофиг, да? Ты будешь смотреть на дельфинов? Он меня не жалеет. Какие ужасные у меня клиенты. Они настолько плохие, они не радуются, что у меня появилась клавиатура. Ой, а уже ночь в полном разгаре, прикинь, чё? А теперь может быть страшненько так-то местами. Надо поднатужиться и не бояться, самое главное. Какие мои клиенты довольные, просто офигеть, все сидят такие счастливые лица, просто рад такому. В смысле? Ты же проверить решил кнопку, что будет, если нажму закрыть? Не. А чё, подожди, а компьютерный клуб разве работает ночью? А я спать должен, нет? А может я спать тоже хочу, нет? Что за... Мужик, я должен спать, нет? Скажу тебе, амогус нарисован. Ёкарный бабай! Иди нафиг! Смотри! Как быстро! Ё-моё! Ты что? Я понял! Я все понял, смотри! Нам сказала мама, чтобы они не убегали со школы, чтобы не играли. Потом папа его наругал, побил его, так сказать, линейкой. Но! Они, короче, просыпаются, поэтому они голые идут. В трусах, в подгузниках, не знаю, в чем-то. Они идут, чтобы поиграть в моем компьютерном клубе. Они не монстры. Ау, пацан, а ты давай меня тут не взрывайся, блядь. Нет, ты на полном серьезе, да, идешь взрывать нас? Иди, ты, нафиг. Все. О, что, охреневший? Оказывается, дети не страшны. Ой, сколько у меня очереди-то. Ё-моё, сейчас все приму. Сейчас все будет. Все, все красавчики, все работают, все горят. Не знаю, почему, пусть будет. Где мой кондей? Кондей, где мой? Когда придет? Ау, сколько у меня? 700 тысяч, не придет он больше. Я жду привидения. Я очень жду привидения, когда появится, потому что уже скучненько так-то без нее. Потому что пока же там люди сидят, отдыхают, там что-то играют, там веселятся. А я жду привиденьку, я хочу бить.
Я хочу драться, блин. Зачем у меня руки перед глазами? Я вот не понимаю, зачем нам чинить с вами интернет? Я вот не понимаю. Он вроде бы и так работает. Что плохого и зачем это надеть, я не знаю. Деньги идут ручьем. Просто ручьем идут, и мы пока с вами зарабатываем. Все прекрасно. Вот, блин, столько людей аж на превьюшечку пойдет. Просто офигенно. Это офигенно. Гена. Кто из вас Гена, признавайтесь? А ты что подумал? Давай все-таки сходим сейчас, пока нам денежки сколько там? 700 тысяч. Посмотрим, прикупим с вами Xboxик. Ну или PlayStation, не знаю, что у них там. Короче, приставку. Приставку мы с вами прикупим, и будет, мне кажется, хорошо. Давай, что у нас есть? У нас есть... Да. Дурак ты за такие цены подавать. Вот это я куплю. Я в смысле не могу? В смысле? ЛП написано 400. В смысле ЛП? Лучшая подруга? В смысле? Нет. А как брать? Как купить? Как покупанивать? Ау! Отдал мне быстро! Мое! Моя собственность теперь. Тебе недостаточно других где... Так они по две, что ли? То есть и ВП, и еще и ЛП. Зачем? Зачем это придумали? Нахрена? Вот... Ты не понимаю, ты что, совсем что? Ой-ой, 2 миллиона! Ой-ой-ой, сейчас глаза мне разбегаться будут. Что нам надо? Срочно, нам нужно с тобой купить этот. Купил. Купил, однако. Что случилось? Что случилось? Что это был? Подъем? А что так внезапно? Чинила ненормально, иди чини свет. Охренеть! Что? Я по приколу бил, так что? Я бил по приколу. Вы это видите? Это не сон? Ёкарный папай! Это не сон! Что? Почему эта штука стоит посередине в городе? Как это вообще придумал? Как? Что? Я могу все это воровать. Охренеть! Все. Ой, смотри, у меня здесь электричество. Пуфик. Что это у меня тут? Амангасик вспомнил. Офигеть, да. Что это такое? Зарабило снова, смотри. Класс. Не, ну это охрененно, стоп. А что здесь? Это пуфики, или что это такое? То есть одни кресла и пуфики, да, я могу? Ну пусть здесь мешаются, короче. Стоп. Это мусор. Написано трэш. О, опять. Вы слышите? Опять. Где она? Сейчас было звук привидения. Оно опять взорвалось здесь. Она тупая, прикинь, чего? Она пришла, короче, взорвалась возле моего магазина, чтобы испугать зрителей. Ну, там кто сидит у меня. А там никого нету, потому что ночь. Вот это она, лохопендрик. Вот это она лоханулась просто. Ё, как мне повезло-то. Все это время я просто сейчас таскал мусор в свой офис. Прикольно, однако, прикольно. Блин, мальчик, захвати, пожалуйста, я подарю тебе цветы, я подарю тебе все. Забери это, пожалуйста, от меня, кто-нибудь как-то выкинет. Хрена себе. Ё-моё, я забыл про наших клиентиков, с вами добрых, счастливых. Они же пришли ждать, когда я приду и разрешу им сесть за компьютер, хотя они уже сидят. Ой, сколько много, смотри, сколько сейчас нам заплатят-то, ё-моё, это сейчас прибыль будет. Давай попробуем просто выкинуть в мусор вот эту штуковину. Что будет вообще? Ну, вот сюда? Подожди, а как? Ой, что? Что? Сколько деньжат? Деньжат у нас 2 миллиона, я забыл. Давай стол купим. Стол нужен срочно. Давай, где тейбл? Тейбл? Да что? За сколько? За 500 тысяч. А чё им тут нажираться-то, ё-моё, вы что, совсем что ли? Сейчас они поедят стол. Неважно какой стол, главное, кто за ним сидит. Доминик Торренто опять сказал умную фразу и поехал на самом компьютере.
Остался только монитор и мышка. Ну, в принципе, наверное, самая ненужная часть в компьютере. Это вот так можно представить. Монитор. Ну, как бы, удовольствуемся стареньким серфским компьютером. И мышка. Давай вложимся в мышку. Блин, этому челу повезло тем, что у него будет мышка крутая, короче. Он будет выпендриваться. Такой, какая у тебя мышка? У меня старая, а у меня вот такая крутая. Зато он будет сидеть просто с таким вот ужасным монитором. Не, наш бизнес, ой, а чё у меня, ну, левша, короче, будет играть. Бизнес растет как на дрожжах полнейших, просто. Нам кондиционер был нужен. Не понял, ты куда? Деньги. Деньги отдали быстро. А, стоп, я один раз тебя ударил, и все нормально. Вот что. Стоп, ну. Смотри, стой, посмотрим. Смотри, идет, ползет, смотри. Я понял, он ночью сбегает, чтобы поиграть в наш компьютер. А что будет вообще? Пусть идет, смотри, крадется мелкий. Пацан, можно я вот так вот в зале тоже похожу гуськом? Просто вот так вот аккуратненько. А, вообще, что он будет делать? Давай. Что он сделает? Что? Я же даже контрол... У меня игра зависла. Что это еще было? Что это еще было? Я не то что испугался. Я не знаю, что сейчас говорить. В такие случаи. Что это было? Идет. Бомбоящер. Иди отсюда. Стоп. Малыш просто пришел. Включил мой компьютер. Включил музыку, потанцевал и ушел спать обратно? А в чем плохого, кстати, я не понимаю. Ну, я не знаю, типа он спокойно там живет, так электрик у меня все стоит. А что плохого, что не дают ребенку ночью потанцевать? Не, прикинь, ты в 3 часа ночи встал такой, хочу танцевать. Срочно! Блин, еще немного, и мы с вами купим кондиционер. А, время. Broken clock. А почему broken? Не понял. Что за отсылка на брокколи? Ой, точнее, на сломанные вещи. Почему она сломана? Я не понимаю. Хоба, все, класс, это просто офигенно. К нам едет кондей, точнее уже приехал, я не знаю, он просто репортируется, там еще мусорка валяется, нормально. Маты, сейчас куда как разместим, куда? А почему именно сюда, кстати, почему не туда, вот, почему не сюда? Странно, однако. Так, НЛО летит пока что, нормально. Вот, тогда сюда, пацан, маты, тебе повезет сейчас. Хоба, а могу настроить? Опять? Смотри, идет, смотри. Ну и чё ты? Ой, это было необычно. Это было необычно. Неожиданно, точнее, да. А что сейчас было? Чё он так заорал-то? Слушай, а чё мне нравится вот этот компьютер? Вроде бы нормально такой компьютер. Так, а что тебе здесь не нравится? У тебя кондиционер такой классный, триндец просто. Давай тому пацану закажем стул, стол там, как он там называется, чтобы он нормально сидел. Так, я забыл куда. Вот, что у нас есть? Миллион. Нет, мы не закажем ему стул. Но, в принципе, у нас все довольны, у нас все счастливы, вообще, абсолютно. И это замечательно, поэтому давайте все-таки будем прощаться. С вами был Клакс, обязательно посмотри видео, которое у вас на экране, оно тоже очень интересно. И всем пока.